Тож ми раді вітати у нашій студії заслужений працівник культури України, керівник творчого об'єднання «Прибужжя» Валентина Кривцова. Доброго ранку вам. Добре, виставка вітер. Художників. Талановитих миколаївців. Що, де саме буде відбуватися і коли? 6 марта в 13:00 ми приглашаем всех жителей города Николаева и гостей нашего города на открытие нового нашего проекта, проекта областного центра народного творчества под названием «Диптих Арт», который пройдет в музее, художественном музее имени Веры Щагина. Цього року це вже вдруге буде відбуватися ця виставка, другий раз. Розкажіть, будь ласка, про цьогорічну тематику, у чому її особливість? Ну, вообще особенность самого проекта «Диптих Арт» название. Это выставка, состоящая из двух противоположных частей, которые взаимоисключают или взаимодополняют друг друга. Если в прошлом году мы открывали проект, у нас была тематика монохромия, полихромия, в этом году мы предложим вам пофантазировать и оценить работы мужчин и женщин нашей области. То есть это художники-аматоры, которые проживают на территории нашей области. И вот кто же зрителю понравится больше, потому что победителей выбирает именно зритель, который приходит на нашу выставку. Перед выставкой, перед открытием проходит голосование, такой соцопрос. И по мнению зрителя мы уже выбираем победившую часть. То есть кто это будет, мужчины или женщины, все зависит. Тобто це такий батл? Да, своеобразный батл. Тож про роботи. Які саме роботи будуть представлені на виставці? На сегодняшний день уже отобрано 120 работ, преимущественно. Да. Це всіх робот, чоловіків і жінок? Да, у нас участвует 15 мальчиков, 15 девочек, всего 120 работ, преимущественно это живопись и графика, также мы будем немножечко добавлять инкаустики, аромаграфики и покажем еще графику в стиле эксперимент, все, что касается, это может быть даже портретная графика на яичной скорлупе. Щодо енкаустики, аромаграфіки, розкажіть, будь ласка, про ці види мистецтва, нам дуже цікаво, щось новеньке. Енкаустика – це, значить, воскова живопись. Вона, роботи створюються при допомозі воскових мілків і гарячого утюга. Ну, естественно, все, что связано с утюгом, это, естественно, все относится к женщинам, поэтому этот мастер-класс... Ось так, тільки праска, так и жінки. Ну, поэтому мастер-класс этот будут показывать, конечно же, представители женской половины. Также женщины будут показывать мастер-класс боди-арт, а мужчины уже берут к себе в мастер-класс это живопись в стиле поп-арт и графика на яичной скорлупе. Это будут представлять чоловіки, я так розумію. Да, и они же представляют работы по аромаграфике. Аромаграфика, мы ознакомливали с аромаграфикой на первом диптихарте. Это создание портретного рисунка, это создание вообще графического рисунка при помощи ароматного кофе и шоколада. Нічого собі. Буде і запашно, і смачно. І смачно, і дивовижно. Чим саме ця виставка буде від минулорічної відрізнятися? Можливо, у чому її особливість? Ну, во-первых, тематикой. Она, конечно же, будет отличаться. В чем особенность? Ну, наверное, знаете, то, что она открывается перед 8 марта, и все уже, как бы, мужчины нервничают, кто выиграет. А вы разумеете, такой тонкий натяк, кто выиграет все-таки? Ну да, мужчины уже ходят, нервничают и говорят, что, все понятно, женщины выиграют 8 марта через 2 дня. Вот. И стараются, честно говоря, вовсю удивить своими работами, потому что действительно... Вчера мы уже разложили экспозицию и увидели, что и мужчины, и женщины довольно-таки сильные и синхронно движутся в творчестве, поэтому зрителя в этом году будет очень сложный выбор сделать. На кого глядача орієнтована ваша выставка? Кому пропонуєте до перегляду? От мало до велика, а лучше сім'ями. А ось які будуть нагороди? Лучшая половина выставки будет награждена грамотами от областного управления культуры. Мастера, которые показывают мастер-класс, они будут сувенирной продукцией награждены от областного центра народного творчества. Ну, а для зрителя, конечно же, это подарки, это музыкальное сопровождение. И в этом году мы хотим задействовать театр живых скульптур. То есть подарунки отримують всі. Все. А удовольствие также. И участники, и гости. Да.
Нічого собі, дійсно гарна можливість перед 8 березня провести час із користю. Можна вийти з сім'єю, з друзями на будь-який вік, тож ми вам дійсно рекомендуємо, дорогі наші телеглядачі, цю подію. Давайте нагадаємо ще з нашим телеглядачам, де і коли буде відбуватися виставка. Приглашаем всех гостей посетить выставку. Открытие состоится 6 марта в 13:00 областной художественный музей имени Верещагина. Приходите. Дякую. Нагадуємо, що до нашої студії завітала заслужений працівник культури України, керівник творчого об'єднання «Прибужжя» Валентина Кривцова. Дякуємо вам.